Итак, прошла еще одна неделя от начала нашего проекта, а это значит, что сегодня контрольное взвешивание. Это взвешивание мы будем проводить без двух новеньких участниц, потому что результатов у них пока нет, слишком уж мало времени прошло. Итак, старенькие, так сказать, участницы, начинаем наше взвешивание. На весы приглашается Юлия Филина. Юлия Филина на начало проекта весила 116 килограммов 500 граммов. Вес Юлии сегодня 102. Юлия Филина на этой неделе сбросила 1 килограмм 800 граммов лишнего веса. За весь проект 14,5 килограммов. Пока Юлия лидер проекта. Следующий на весах. Ждем Татьяну Буянову. Татьяна Буянова на начало нашего проекта весила 120 килограммов. Вес Татьяны сегодня 107-300. За прошедшую неделю Татьяна Буянова стала легче на полкилограмма. За весь проект на 12-700. А теперь мы ждем на весах Татьяну Вишневскую. Татьяна Вишневская на начало проекта весила 104 килограмма. 94-800. Татьяна Вишневская за неделю набрала 300 граммов. Что это, мышечная масса или жировая, мы расскажем в следующей серии. За весь проект участница сбросила 9 килограммов 200 граммов. На весы приглашаем Елену Бабичук. Елена Бабичук на начало нашего проекта весила 118 килограммов. Вес Елены сегодня 105-400. Елена Бабичук впервые за неделю похудела больше всех на 2 килограмма 600 граммов. За весь проект на 12-600. Ноги врозь, к одной ноге наклоны, к другой. Им тяжело. Для них это все ново, столько лет не заниматься, организм не подготовлен. Конечно, девочкам было тяжело. Было видно, что они устали, что они измучились. И придя в номер, сели, особенно Ольга говорит, все, я ничего не хочу, мне бы сейчас лечь и поспать. Да, быстрее. Еще быстрее. Стоп. Стероиды, Татьяна? Стероиды, да? Да. Вот Татьяна вообще умница, конечно, я равняюсь только на нее, смотрю, как она старается, как бы она в нашей группе получается как лидер, и я вот прям вообще за нее, я на ее стороне, как бы я ее и поддерживаю, и сама стараюсь как бы к ней быть ближе, советом прислушиваться. Лена тоже старается, но тяжеловато прям вообще, ну филонит, ленится, конечно, раз где-то там скажут 10 раз, она 5 сделает. Филонит. Есть, вверх. Ой. Выше. А я плохо. Так сюда ближе, подпись. На меня ближе. На пар пляж. Да. Вверх поднимайся. Выше. На 5 раз делаешь, 4 подхода. Елена, что вы делаете? Ой, горячусь. Когда тренер смотрит, я делаю. Ну, тут где-то что-то там, если подустану, то я так тик. Может быть, лень, может быть, мотивация не такая сильная. Противника можно представлять? Корпус вращаем, руки не кидаем, а полностью выделяем быстрее. Мастер-класс. Мне не обидно было,
А вот какая ты была злость на себя? Потому что ты такой беззащитный, какой-то как букашка, блин. Вот валяешься и ничего сделать не можешь. Не согнуться, не разогнуться. Вот. Просто даже тяжело, вот таким весом тяжело сделать упражнение, стоя на коленях, там поднять ногу. Вот вчера у нас было такое упражнение, поднять ногу, там сделать мах назад. Таким весом встать на колени. Мах-то сделаешь, а колени-то потом вот так согнутся, и ты не можешь встать. Партнер проекта – комплекс «Анкор». Добро пожаловать в «Анкор». Все для вас. Восхитительно. Приятного аппетита. Романтический вечер. Обожаю принимать гостей. Все такие разные. Но одно я могу сказать о них точно. Всем захочется прийти вновь. «Анкор». Люблю «Анкор». Компания «Стелс», ведущий поставщик услуг на рынке систем безопасности Амурской области, предлагает проектирование, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. «Стелс» – ваша невидимая защита. Благовещенск, Артиллерийская, 17, телефон 519-777. Праздничные дни. Салон женской одежды «Каприз» дарит подарочные сертификаты. 500 рублей на каждую покупку 8, 9, 10 марта. Твой «Каприз». Женская логика в супермаркетах «Калина». 1+1=3. Купи 2 туши «Мейбелин» и получи третью в подарок. «Калина». Приятные покупки, полезные подарки.